Всем доброе утро, привет, good morning. Ну что, я, как и обещала, у меня тут со мной в конце сидят Пипи, Сарка. Я еду к ветеринару. У меня сегодня будет, наверное, трудный день, потому что я за него очень-очень беспокоюсь. Обрежем им немножечко, посмотрим, что там с ногтями, потому что уже на ножках очень ногти и у одного, и у другого длинные. А потом уже сразу буду смотреть, что там у него с этой губой. Я очень боюсь, что будет, наверное, надо будет делать операцию. Саня уже в школе. У нас теперь где-то 9 часов, может, 10 минут 10-го. Ну, где-то вот так вот. Я пока машину еще согрела, чтобы им совсем не было холодно. Они, конечно, вместе тут со мной переживают очень, потому что они любят очень ехать к ветеринару. Ну что, я сейчас поздороваюсь со всеми по-английски, как всегда, друзья. Hello, hello, good morning. I today with my dogs, with my big friends, go to veterinar clinic, because the boy Pipis have problem in the mouth. So I think we found something problem and maybe will be okay. So I go. I wish sunny in the school. So in my town, in my country, so is 9 o'clock in the morning. And I wish for everybody good day, love and peace. Так вот, едем дальше. Я немножко сейчас с вами, пока я буду по своим этим тут переулочкам ехать, я с вами просто поговорю. Саня сегодня, бедная, начала плакать очень, не хотела идти совсем в школу, потому что вчера легла очень поздно. Очень поздно. Полдесятого, в 10 где-то, наверное, 10-15 минут, 11-го только заснула. Ну так где уже сегодня? Говорит, мама, я не хочу ни в школу. Так красиво, очень говорю, зая, вставай, надо ехать, и все. Пипи, все хорошо будет. Жалко, я их не могу вам теперь показать. Сейчас я с ними буду уже понемножку выходить. И, наверное, потом я уже в ветеринарной клинике ничего не буду. Мне там не очень разрешат, они просто не будет как, потому что надо будет подержать и одного, и второго. Так что мне не разрешат, наверное, там не фотографировать, не особо где-то делать какие-то эти ролик мой. Так что я уже, наверное, там ничего снимать уже не буду. Просто, наверное, тогда уже нажму на паузу, и когда уже вернусь, вам все расскажу, какие там у меня были пироги. Вот так. Я сама очень беспокоюсь. Очень прямо беспокоюсь, потому что эта операция, она, конечно, очень будет трудная. Реабилитация, мне сказали уже, что будет очень трудно. Еще дело в том, Пипис хороший. И дело в том еще, что, ну и она очень дорогая. Ну вот, как говорится, все такие вот, все-все факты. Ну что, вот я уже подъезжаю понемножку. Будем ходить. Я так думаю, что они уже работают. С 9 это точно. У нас очень хорошая погода, только очень ветрено на улице. Очень ветрено. Прямо не ветер, а прямо такой уже ураган идет. Это у нас за... Вот, все, я могу уже теперь поворачивать. И очень красивенько заверну в нашу клинику. Вот тут очень много машин везде, как всегда. Я вот тут где-нибудь красивенько встану. Вот тут. Ну что, друзья, товарищи, все, да? Поедем сейчас. Сейчас я пойду тогда спрошу, все ли мы можем прийти, и тогда придем. Я, наверное, тогда все тут выключаю, а с вами пока прощаюсь. Когда выйдем, все расскажу. Ну что, я уже из ветеринара с ними пришла. Короче говоря, совсем ничего, не так уже все и страшно, как сказала я вам сперва. Обрезала им ногтики все, и
теперь поеду, наверное, немножко купиться что-то. Сказали, что если еще есть, как не делать эту операцию, потому что у них все равно вес такой большой. И вот когда делают эту операцию, могут и не проснуться даже, говорят, иногда собачки после анестезиологии, наверное, как это выразиться. Ну вот, так я думаю, что мы еще подождем, наверное, а потом будет видно, правда? Молодцы. Купила им такие вкусняшки, чтобы им не было совсем уже так, за то, что такие хорошенькие были. Вот такие вот какие-то. Наверное, не очень тут выезжу. Не знаю, очень много машин. Только звук, а чёрный. Сейчас меня пропустит один такой хороший человек. Ну вот, как раз я уже в своем городке, в своем прекрасном. Сейчас я их, наверное, оставлю немножко в машине, пойду быстренько что-то куплюсь домой еще покушать. Ну что, тогда не прощаюсь. Что, все, я обкупилась. Можно ехать понемножечку домой. Пока приедем, вот покажу вам, что купила. Саня уже клей кончился в школе, так попросила меня, чтобы ей купить. Сейчас пропустим всех пешеходов. Ой, тут очень много бабушек всяких у нас. Если видно тут по дороге, ну, наверное, конечно, не видно, сделали такие лежачие, эти, как они, полицейские называются, потому что очень много было аварий, сбивали очень много тут все время людей, вот именно на этом перекрестке. Все, успокойтесь, мои дорогие, мои любимые. Гарус, хороший. Сейчас я скажу еще по-английски. I was in clinic veterinar clinic, and I think it's not bad for puppies. Doctor say that is not very bad, and operation maybe need, but maybe just a little later. So I think he feel good, he eat good, and I think maybe it's everything will be okay. So I go now at home, and I show you what I buy in shop. О, ну вот все, я уже почти у дома. Вот такие у меня бывают утренники мои. Дорога тут у нас очень такая, все время размывается дождем. И тут не пройти, не проехать называется. Я сегодня начала... Sorry, извините. Начала очень кашлять почему-то. Уже так... подкашливала уже, наверное, неделю какую, а вот теперь уже начинаю кашлять прямо. Ну что, мы подъехали уже к дому. Выключаю. Сейчас я их выпущу. Подожди-ка. Ух ты! Ух ты-пухти! О, скандалист. Да, скандалист. Вытряху сейчас все. А тут ужас какой-то. Открою я дверь. Пипи, ты немножко погуляешь еще, да? Ну, давай, молодец. Давай, Арка, ты домой, да? Сейчас я открою дверь.
пусть они бегут, я все выниму из машинки. Молодцы, давайте, 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 давайте домой. Молодцы, сейчас, сейчас ждете своих пряностей, да? Сейчас. Сейчас я все выниму из мешка. Выниму свою сумочку. Да, сейчас. Вот так. Так. Ну, так. Я там, наверное, дверь не закрыла еще, да? Опа-па. Давай, 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 бегите, бегите. Ну, давайте, дам вам. Потому что такие хорошенькие были. Оба. Давайте, идите ко мне. Давайте. Ну-ка, подожди-ка. Одному, одному. Пипе, давай, иди ко мне. И это тебе. Ну, давай, беги. Ой, 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 ой. Господи, вау, ну все, капец. Ну что, все, наверное, да? Закрыла только дверцу. Ну вот, закроемся. Сейчас включу свет. Вот, всем. Сейчас положу сумочку. Вот так вот. Ну что, пойдем тогда. Покажу, что я купила. Очень классных мандаринчиков купила. Ну вот, разложила просто показать. Купила очень вкусные мандаринчики. Очень вкусные. Мы вчера прям весь мешок съели. Купила бананов, купила сыра. Вот этот наш литовский дваро сыр. Очень-очень вкусный. Cheese. Very, very nice. Recommended. From Lithuania. Кефирчика купила, вот такого вот, купила сметанку, все натуральное, вот видите, натуральное, да, макарончиков купила, купила сладости для Сани, купила очень классный индюшачий фарш, я их очень люблю, индюшку, turkey, it's very good for health, so, this is my, what I buy it in shop. Вот я что купила. Ну что, все, короче говоря, у нас вот сейчас я покажу, как ветрено. Смотрите, какой ветер. Видите, какой большущий ветер. Прям качается все. Арка, все, сожрала уже все. Ух ты, ух ты. Ну, умничка. Все, вот какие теперь красивые у нее ногти. Видите, как красиво все сделали ей. Молодец, красавица. Пипис тоже хороший. Ну что, я, чтобы уже не переключать, тогда прихожу сюда, говорю вам всем, ставьте лайки, подписывайтесь на Санин канал. И что, всем хорошего дня, good day for everybody. Пока-пока-пока, ждите новых моих влогов. Пока-пока.